Башкортостане планируют создать новый геопарк. Охраняемая природная территория может появиться в Белорецком районе. С предложением выступила исполнительный директор Комитета Республики по делам ЮНЕСКО Элина Гатаулина. Она подчеркнула, что якорным объектом планируемого геопарка может стать природный парк Иремель. На этой территории растут краснокнижные растения, обитают редкие животные. Финансировать деятельность геопарка предлагается из внебюджетных средств на частные пожертвования и средства грантов. Говоря о перспективах, хотелось бы обратить внимание на территорию Белорецкого района, которая отличается высоким уровнем концентрации природного и промышленного наследия. Новый геопарк подчеркнет лидерский статус республики в данном направлении и придаст дополнительный импульс для местных жителей. Просим поддержать эту инициативу и готовы провести соответствующую работу. Глава Башкортостана поддержал идею создания геопарка. Проработать вопрос он поручил Министерствам предпринимательства и туризма и природопользования и экологии. Добавлю, на сегодняшний день в республике два геопарка – Янгантау и Торатау. Первый создали в 2017 году, второй – в 2018. В 2020 году Янгантау получил статус глобального геопарка ЮНЕСКО. Сейчас на такой же статус претендует Торатау. Комитет по делам ЮНЕСКО рассчитывает завершить работу по включению парка в список международной организации в 2024 году.